Здравствуйте, дорогие мои зрители! Сегодня я приготовлю мясной кекс на пасхальный стол. Готовится он легко и быстро, так что начинаю готовить. Канал ВО с Юлией Ковальчук. Для приготовления мясного кекса я буду использовать курино-свиной фарш. Фарш я измельчу 1 луковицу и 4 зубчика чеснока. Затем добавляю фарш по вкусу соль и перец, щепотку мускатного ореха и 2 яйца и все хорошо вымешаю. Мясной кекс я буду выпекать в силиконовой форме, которую смажу растительным маслом. Если у вас форма другая, то застелите ее пергаментом. Выкладываю в форму половину фарша и распределяю по форме. После этого выкладываю на фарш вареные яйца, а затем вторую половину фарша. Сверху кекс я смажу яйцом. Отправляю кекс выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку, где-то на минут 30-40, это зависит от вашей духовки. Кекс я достала из формы, дала ему полностью остыть и только затем разрезала. И вот такой он в разрезе. Он плотный, хорошо держит форму. Здесь фарш, а внутри вареное яйцо. Да и на вкус он хорош. Так что смело можете добавить этот простой, вкусный и интересный рецепт в свою копилочку рецептов. Готовьте, радуйте своих родных и близких и приятного вам аппетита!